На конкурс «Дети читают стихи» Александр Сергеевич Пушкин «Я вас любил» читает Шаталова Екатерина, ученица 6 А класса, МОУ СОЖ номер 4, города улица Ярославской области. «Я вас любил, любовь еще быть может. В моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил, безмолвно, безнадежно, той робостью, той ревностью томим. Я вас любил, так искренно, так нежно. Так дай вам Бог, любимый, быть другим».